Сколько-то 3 секунды. Или я накормлю тебя лазанью. Ставь лайк, если ты про, а с тобой Найсик, бро. Я немножко приболел, вот сижу за компиком, блин. Так вяло, вообще никуда идти не хочется, ничего, но только вот я кое-что зарегистрировал, поэтому придется ехать. Но работа не такая сложная, то есть не придется каких-то монстров уничтожать. Ну, навряд ли, да, это... Ну, я, в общем-то, за паранормальщиной слежу и вообще выясняю, что за дела происходят у людей. Ну, я имею в виду, подают жалобы, что у них в доме что-то происходит, я приезжаю, ставлю камеры, осматриваю и какие-то действия предпринимаю, что-нибудь, чтобы все это пофиксить. Вот как раз из дома Фласочки? Это же адрес Фласочки. Написала, что у нее кто-то по дому ходит. И то, что она уехала. Ага. Ключи прямо со входом лежат. И типа, как будто у монстра где-то 6 ног. Вот так вот. Что-то ей это не нравится, типа, заподозрила, так что лучше провести осмотр. И также закинула мне на мой кошелек 30 алмазиков. Нормально. Так, уже авансом, знаешь. Ну ладно. Ох. Чё, будем выполнять или как? Как думаешь? Вау. Красотища. Смотри, что там вообще. Это же северное сияние, или как это называется. Вау. Not bad. Но всё-таки надо работать. Пора. А это что? Это вода, что ли? А, да. Короче, вот такой вот крутой мод. На звуки. Темновато у меня тут, конечно. Надо вот тут свет включить. Так, смотри, что мне придется брать с собой, чтобы выезжать? Ну, конечно же, дробовик. Это обязательно. Вдруг там какая-то тварюка обитает. Камера взял. Теперь можно как бы... И фонарик. Тоже нужен. Естественно. Так, а вдруг здесь кто-то у входа? Не, никого нет, все нормальненько. Че, едем, да? К Фласочке. Ну, поехали. Так, не сюда, а вот на это место. Посмотрим, что меня вообще там ждет. Оп. Оп. Так, надо вообще смотреть немножко эту деревню. Вдруг здесь что-то еще страшное. Там все как было. Разворачиваемся. Так, тихонечко. Ой-ой-ой-ой. Ну, можно просто вперед. Майнкрафт все равно не поранит тачку свою. Интересно, а вот тут вообще кто-то живет? Мне кажется, что нет. Но вообще жутко бы было, если бы кто-то здесь жил. Вот тут никого. Вот тут вот только дедок. Дай-ка к нему заскочу на быстренько. И посмотрю заодно, как фонарь работает. Ну, такое. Привет! Все тут стоишь? Лучше вот так факел взять, типа. И одновременно еще светить фонариком. Хотя он вообще бесполезный какой-то. Очень плохо светит. Видишь? Кто у меня поломанный? Ну ладно, пойдем. Так, все, я ухожу у тебя из дома. Погостил чуть-чуть и хватит. Вот сюда. Поехали. О, лисичка, привет. А что ты тут делаешь? Пупсик. Что? Что ты? Кто это? Птичка? Птички, где вы, птички? Так. Ой. Лиса, это ты все-таки издаешь? А, это зайчик, короче, еще пищал. Привет. Ты пупсик. Ладно, мне на работу пора, хватит с вами шаманаться здесь. Две лисички уже найдены. Они прямо у Джокера обитают, около дома Джокера. Ну, пищите тут, ладно. Не буду вам мешать. Я поехал. Вот сюда вот на дорогу. Естественно, и теперь едем к Фласочке. Тун-ту-тун. 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 Интересно, что там вообще происходит? Что за шестилапое существо? У меня предположение, что это просто какой-то монстр Тревора Хендерсона. Который просто ее задолбал. А возможно, вообще какой-то кабанчик зашел и ей показалось, что он отстукивает 6 конечностями. Но на деле там 4. Кто знает, кто знает. Так, все. Хорошо, я приехал. Естественно, гараж не открыть. То есть вообще никак. Камера здесь стоит. Интересно, я могу к ней подключиться? Навряд ли, да, не могу. Это Фласочкина камера.
Естественно. Здесь кто-нибудь есть? Ой. Странно. Это что было? Слушай, пока ничего такого особого нет. Просто типа дом и дом. Чё? Что за звуки? Да ё-моё! Так, здесь у нас ничего такого. Как бы здание как здание. Ага. Тогда на второй этаж? Все правильно понимаю? Какой же плохой фонарик, реально. Ладно, пойдем на второй этаж, осмотримся. Что? А кто дверью-то открывает? Здесь кто-нибудь есть? Не, ну скоро надо будет ставить камеры. Только, конечно, еще не все обошел. О, здесь даже свет можно включить. Ну, хотя бы посветлее стало. Так, в окнах я никого не вижу. Окей. Ставим камеры? Продолжаем ли их ставить? Ну, я думаю, стоит поставить. Так, послышалось. Хорошо, давай вот здесь камеру, конечно же, пихнем, пусть будет. Вот здесь вот можно? В комнате поставить. Не, ну пока все норм. Вот тут. Так, первая камера нормальная. Вторая нормальная. Окей, идем дальше. Здесь больше ничего нет. Так. Ой. Да ё-моё. Что же это такое? Странная вещь. Окей, еще вот здесь вот есть проход. Ой, тихо. Дай мне войти, пожалуйста. Вот так. Ух, здесь пока ничего такого не... Да ё-моё, это... Ну, ладно, это просто звуки дома, пофиг. Там, может, от того, что прогрев идет, возможно, что-то доскрипит. Да, вполне же возможно. Ну, думаю, да. Ставим вот здесь камеру, пусть будет. Вот здесь уже ставить не буду. Думаю, не имеет смысла. Ну и тут тоже. Так, здесь все осмотрели. Теперь можно, в принципе... Не, еще вот здесь надо поставить камеру. Очень хорошее местечко. Где стоит, конечно же, осматриваться. Ну, вот здесь не буду. Ой. Так, все, спускаемся. Здесь камеры пихнем. Вот тут, конечно же. Снаружи будем? Да нет, думаю, у меня же внутри что-то в доме происходит. Значит, снаружи не обязательно ставить камеры. Ух, так, еще, конечно же, надо... Вот так-то лучше. Вот здесь вот, может? Стоит ли тут где-нибудь... Ставить камеру. Да, вот тут, думаю, поставлю. Сейчас там видно все, да? Ну да, вот частично даже видно гараж. Ну а теперь дверь закроем. Пожалуй, вдруг это какой-то человек сюда прокрался. Здесь нечего смотреть, здесь слишком маленькая комната. Думаю, еще вот тут вот надо, конечно же, камеру фигануть. Так, все, да? Мы все как бы везде расставили камеры. Ну, в принципе, я согласен, да, все нормально. А, еще надо в подвале, конечно же. Только вот у меня камеры закончились. О, господи. Это что такое? Может, я в прошлый раз просто не заметил? Может, тут кровь и фласочки была? Да, в принципе, возможно. Камеру надо достать. Да, благодарю, все, я купил еще одну камеру, заказал. Мне привезли прям ночью, хорошая такая доставочка. И теперь можно поставить, конечно же, камеру вот тут. Вроде бы все. Пойду-ка я в свой фургончик. Я не хочу в этом доме спать здесь. Ну его нафиг. Слишком стрёмно. Так, ну что? Садимся в мою тачечку. На вот это пассажирское сиденье. И теперь смотрим по камерам. Пока что ничего такого особого здесь нет. Все нормально. Ха, вот и свет. У нас даже хорошее видение есть. Ой, привет, зайчонок. А хочешь на меня сесть, короче? О-о-о, все, будешь моим питомчиком. Будем вместе с тобой камеры смотреть. Пятая камера. Здесь у нас ничего такого нет. Тогда теперь шестая камера. Шестая. Здесь
Ничего такого нет. Пятое. Стоп! Коляска съехала. Сразу, она же... Подожди. Здесь кто-нибудь есть? Все-таки кто-то как будто... Черт, я забыл факел. Мне без него страшно. Машина, давай, отодвинься. Вот так вот. Факел мой нужен. Мне послышалось, как будто... Звук дверного замка. Короче, вот это ненормально. Это, конечно, мы задвигаем. Эй, отдайте мой факел. Вот так. Ну, вроде никого. Фух. Ой, да ну нафиг этот дом, все. Не, я, естественно, буду следить, но просто я не хочу входить туда вообще. Так, первая камера. Здесь все как и было. Вторая. Третья. Четвертая. Все хорошо, да? Ну, пока что да. Шестая. Седьмая. Восьмая. Ну, все как и было, все на месте. Не знаю, стоит ли еще следить за этим домом? Ну, естественно, да. Стоит. О, подозрительная активность на камере номер 7. И 6. И 8, точнее. Ничего нет. Ой. Не может быть, подожди, где? Нету, на 8. Ой-ой-ой! Офигеть! А это как? Подожди, надо срочно бежать туда. Что за фигня вообще? Кто там? Черт, реально, сейчас я наругаю того, кто это сделал. Кто здесь? Выходите, я сказал! Че? Ой. Нет ничего. Показалось? Ой, да ну его нафиг, слушай. Да бред. Я выхожу из этого дома снова. Все равно никого не записал. Так, ладно. Смотрим дальше. Здесь ничего такого. Здесь тоже. Подозрительная активность на камере 3. На камере 4 появилась. Оу, это Гарфилд? Как раз 6 ног. Ой. Камера отключилась. Камера 4. Не работает. Что за фигня? Как мне снова увидеть Гарфилда? Ой. Черт. Офигеть. Не, надо... Не, я туда не буду подниматься. Ну его нафиг. Это же Гарфилд. Хотя можно попробовать с дробовика, конечно, его шлепнуть. Но это слишком рискованно. Тем более я его потерял из виду. Активность пошла прям по всем камерам. Черт, и снова я эту машину хватаю. Ё-моё. Здесь ничего. Здесь... Гарфилд, вон он стоит. Подожди, как это так? Серьезно? Вон он. Слушай, стоит ли в дом заходить? Просто реально фиг знает. Ну он просто стоит. Дай-ка я попробую его разглядеть. Может он все-таки это? Может я все-таки смогу его уничтожить? Ну теперь понятно, это просто Гарфилд. Эй! Эй, иди сюда! Куда он делся? Ой, вот он! Тихо-тихо-тихо! Пропал. Ты где там? Просто пропал. Окей, надо по камерам поглядеть. Ну, здесь явно ничего. Шестой этаж тоже, второй этаж тоже. Третий этаж тоже ничего. Вот он! Стой, да я же его сейчас привалю. Подожди, где он? Вот он! Иди сюда! Получай! На! Все? Было... Довольно-таки просто. Ну все, как бы я одолел Гарфилда. Получается, можно уходить отсюда. Ох, все, мое дело сегодня закончено. Теперь можно возвращаться домой. Тун-ту-тун-ту-тун. Можно ехать домой, отдыхать. И надо написать, конечно же, Фласочке, что все, в ее доме больше нет никакого Гарфилда. И написать вообще то, что это Гарфилд. Ибо, ну она же предполагала, может там какой-то зверь. Шестиногий. Теперь она убедилась, что это просто Гарфилд к ней в домик зашел и начал все портить. Тут-ту-ту-ту-ту, Джокер, конечно, дома его нет, никого нет вообще, я один в этой деревне остался. Чё за фигня? Так, вот здесь вот припаркуемся. Осторожненько.
еще поосторожнее. Так, и все. Отпишем сейчас фласочки. Пам-пам-пам, фласочка, привет, короче, слушай сюда. Я уже сходил в твой дом, все там осмотрел и поборолся с Гарфилдом. Да, это был Гарфилд, шестиногое существо, ты предполагала, ты была права, шестиногое, все верно. Ну и, конечно же, теперь можешь возвращаться домой и снова жить здесь, тебя никто не побеспокоит. Удачи. Спасибо за выплату до моей помощи. Все, в принципе, хорошо сегодня все сделал. Надеюсь, тебе понравился видос. Ты поставишь на него лайкусик. Подписывайся на мой канал, чтобы быть няшечкой. И, конечно же, не теряй.